Добрый день! Сегодня у нас с вами урок Blender о том, как добавить видео на рабочую панель. Первым делом мы видим здесь путь, я забыл. Путь к нашим файлам видео. Просто берем мышкой, добавляем вот это вот все, что здесь есть. Ну, не все, конечно, а кое-что, да. Кое-что добавляем сюда. Значит, выбираем какой-то из этих один из этих файлов и тащим мышкой сюда. Вот. Я хотел бы сейчас поесть. Извините, я вынужден уйти.